Единый день безопасности прошел во всех культурно-массовых и образовательных учреждениях Московской области. Не стал исключением и детский оздоровительный лагерь «Салют» в поселке Володарского. Для начала в актовом зале воспитанники вспомнили правила дорожного движения, поговорили о безопасности в темное время суток и поучаствовали в эстафете. Раз, два, три! Затем ребята переместились на улицу, чтобы заглянуть в святая святых специальных служб, пожарную машину и фургон сотрудников ДПС. Научиться обращаться с огнетушителем, познакомиться с устройством пожарной машины и машины ДПС и почувствовать себя настоящим спасателем – все это смогли воспитанники детского оздоровительного лагеря «Салют» в поселке Володарского. Такие мероприятия администрация совместно с сотрудниками специальных служб проводит в муниципалитете регулярно. Цель – не только повторить с ребятами основу безопасности жизнедеятельности, но и помочь сегодняшним мальчишкам и девчонкам определиться с будущей профессией. Показываем работу специальных служб, рассказываем о безопасности дорожного движения, о правилах пользования первичными средствами пожаротушения, что делать при пожаре, как поступать при дорожно-транспортном происшествии. Данное мероприятие проводилось совместно с МЧС Ленинского района. Ну, конечно, такие мероприятия, безусловно, прививают подрастающему поколению первичные навыки, необходимые для безопасности дорожного движения. Для летнего лагеря «Салют» подобные дни безопасности уже стали доброй традицией. Такого формата мероприятия мы ввели практику уже третий год. Каждую смену мы проводим Дни безопасности. И сегодняшнее мероприятие для нас не новое. Но, тем не менее, оно внесло новых красок, ярких идей, подняло настроение нам и детям. Мероприятие пошло в веселом формате, познавательно. Самое главное – это безопасность наших детей, и это главная наша задача. Ребята смогли примерить шлемы и бронежилеты, узнали, как сотрудники ДПС включают проблесковые маячки и сирену, научились пользоваться пожарным гидрантом и огнетушителем. Мне понравилось, как мы садились в машины, мне понравилось, как они работают, мне понравилось, как стреляли из пушек, мне понравилось, как включали сирену. Очень понравилось, я мог себе посмотреть оборудование, технику и прочее каких-то либо госструктур, что позволило мне определиться еще больше с профессией и, я думаю, пойти в Росгвардию. Словом, равнодушных не было, а это значит, главная цель Дня безопасности достигнута. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.